Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры. С вами Роман Манимир. Короткое видео по поводу, как подключиться к сервису копирования. CopyFX называется, на брокере RoboForex. То есть, если кто слушал подкасты мои, либо видео, знает, что система копирования счетов, она по-разному может называться, CopyTrade, CopyFX, MQL5 и так далее. Это все системы копирования автоматических сделок со счета трейдера управляющего к инвестору. Притом деньги находятся у каждого на своих счетах. В своих счетах, то есть полный контроль. Поэтому я сегодня покажу один из вариантов. Значит, это на брокере RoboForex. Значит, сервис копирования CopyFX. Сразу не путайте, CopyFX — это разработка именно брокера RoboForex, скажем, такая платформа, на которой можно отдельно анализировать, изучать все управляющих трейдеров. И, но при этом именно инвестировать, в данном случае мы говорим про инвестирование, можете только через RoboForex. Значит, первое, что вам необходимо сделать, значит, есть раздел счета. Ну, то есть, в первую очередь, вы регистрируете, если у вас нет аккаунта брокера RoboForex, ссылку я давал, значит, регистрируете, у вас появляется вот такой кабинет. Значит, далее вам необходимо для того, чтобы, ну, как бы, присоединиться к тому счету, создать такой же самый счет, на котором работает трейдер. Тут очень важно, то есть реальный, стандартный, то есть центовый, там, демо-счет. То есть у вас должен быть точно такой же самый тип счета, чтобы копировалось точно-точно в такую же самую лотность. Поэтому вы нажимаете «Счета», я вот нажал, да, а «Торговый счет» нажали. Далее вы выбираете в данном случае, то есть я сейчас говорю про тот счет, который есть, то есть если будут еще какие-то счета на этом брокере, вы поняли, да, у вас тип счета, плечо, все должно соответствовать. Значит, выбираем MetaTrader 4, оставляем, тип счета выбираем MT4%, обязательно, да, вот процент, валюты доллар, плечо 1500. Пароль вы можете тут, по сути, свой придумать. Можете сгенерировать, можете лучше свой придумать и повтор пароля. Код привлекшего партнера. Если у вас уже есть аккаунт или же вы зарегистрировались, то есть, в принципе, ссылки на регистрацию, последние 4 буквы, там, не ошибаюсь, ДКГВ, выбиваете код партнера, то есть, и нажимаете «Подтвердить». После того, как вы нажимаете «Подтвердить», у вас на почту, плюс мало того, что у вас появится здесь сразу же окно полностью регистрации счета, я не буду созвать, потому что у меня их много уже, поэтому видите, есть реальный демо, вот, ну, CopyFX тут уже не рабочий, этого не надо. Так вот, вы создаете счет, именно тот, вот, который я показал, да, процент, USD, например, 500, пароль, вбиваете код, и у вас появляется здесь логин, пароль, тип сервера, как подключиться к счету. Точно такой же у вас придет на почту, так что вы их никуда не потеряете. Далее, когда у вас есть этот счет открыт, вы сюда пополняете деньги. То есть, если минимальная сумма, не знаю, там $100, 200, 500, 1000, ну, в зависимости от управляющего трейдера, вы должны пополнить минимум ту сумму, к которой будете присоединяться. Иначе, ну, вот видите, дальше оно не будет активно. Значит, пополняйте сюда счет прям напрямую, там, карты, скриллы, всякие там электронные кошельки, крипто, то есть вариантов валом. То есть вот здесь есть раздел «Средства», «Пополнить счет», нажимаете, значит, и на этот счет, именно вот, который будете копировать, с которого будете присоединяться, пополняете счет. После того, как вы пополнили счет, вы идете в раздел «Инвестиции», нажимаете «Рейтинг трейдеров МТ4», и у вас появляется список всех трейдеров, которые существуют, ну, на RoboForex. В данном случае я показываю вариант подключиться к одному из своих счетов. Значит, выбираете вот эту галочку «Только прибыльная», вбиваете вот, ну, в данном случае вот номер 341-01-187. Это тот CopyFX, который я дал возможность подключаться. Выбираете все, может, то есть неделя, две недели, видите, да, все трейдеры, и выбрать. После того, как вы это выбрали, у вас, ну, видите, соответственно, попадает этот счет.
Здесь есть показатели, да, то есть сколько сделок, сколько сумм инвестиций, какой баланс у управляющего трейдера, просадка, доходность. Вы нажимаете на сам счет, и у вас есть описание, номер счета, имя сервера. То есть, ну, для подключения именно как инвестора в кабинете вам не нужно. Сервер – это если вы хотите на терминале MetaTrader 4 залогиниться, ну, зайти там, видеть все ваши сделки, тогда сервер нужен будет. Значит, видите баланс счета, то есть видите доходность, открытые позиции, историю торговую, то есть это все, видите, общая прибыль там. Это все вы смотрите, equity. Здесь достаточно, по сути, как MyFixBook, да, вот похоже, да, система мониторинга, все сделки. И когда, значит, вы зашли на этот счет, но у вас именно у вас есть минимальная сумма инвестиций, у вас будет доступна кнопочка такая «Подать заявку». Значит, если это бы в открытом доступе был бы счет, вы бы просто нажали бы там подключить, и он бы автоматически подключился. Ну или на следующий день. В данном случае счета копии фикс, ну, которые я использую, они все только после одобрения управляющего трейдера. То есть управляющий трейдер может отказать вам ваши инвестиции. То есть вы подаете, я могу отказаться от них. Вот. То есть только после того, как я одобрю, ну, вот, то есть вы нажимаете «Подать заявку», у вас пишется, ну, «Ждите в ожидании», управляющий трейдер одобряет заявку, и тогда ваши деньги начинают, ну, скажем так, работать. То есть ваши инвестиции, то есть на вашем счете начинаются копироваться точно такие же самые сделки, как управляющий трейдер. Притом не те, что старые, например, которые были, а именно новые, которые вот будут с момента подключения, только они начинают копироваться. Я стараюсь не подключать, лишь бы когда, ну, для того, чтобы, ну, был чистый счет, знаете, как бы вот роловер здесь, например, раз в неделю, он может быть раз в день или раз в месяц, это тогда, когда происходит расчет, да, когда вот все накопировалось, например, заработали прибыль, есть ставка управляющего, то есть управляющий, ну, из заработанных денег у вас будет списываться процент прибыли. Ну, то есть это как бы цель управляющего, зарабатывать деньги не только на своих, но и на деньгах инвестора. Поэтому у вас, ну, в данном случае здесь, вот здесь роловер раз в неделю. Это значит, что раз в неделю, если есть прибыль, списывается процент определенный. Если прибыли нет, ничего не списывается. То есть и пока прибыль не будет, ничего списываться не будет. Это очень, я считаю, ну, такая гуманно, да, демократично. То есть зарабатывает тогда, когда все зарабатывают. Пропорционально изначально, ну, то есть надо выбирать именно этот метод копирования. Это значит, что если, например, трейдер $500, у вас $1500, то у вас просто в 3 раза больше будет лотность. Если у вас $1000, у трейдера $500, у вас в 2 раза больше. То есть будет пропорционально, хоть даже если у вас будет $1 000 000, все равно будет доходность у вас будет точно такая же, как и управляющего трейдера, вне зависимости от суммы. Но есть варианты, там можно и настраивать, вы можете вплоть даже сделать там индивидуальные настройки, там в 10 раз больше лотность или там меньше. Ну, меньше вроде не видел, там есть просто минимальная лотность. Но по сути те, кто там слишком агрессивно хотят зарабатывать, ну, как бы, теоретически, да, есть вариант поставить непропорционально баланс, а там, не знаю, там 5 к 1, да, в 5 раз больше лотность будет, чем у трейдера, помимо вот пропорционал. Вот, в принципе, вся схема подключения, все достаточно просто. Открыть счет торговый, пополнить его, найти в рейтинге, в инвестиции рейтинги трейдеров, видите, МТ4, есть еще рейтинг МТ5, но я им не пользуюсь. Значит, и нажать кнопку «Подать заявку», ждать одобрения, и все, в принципе, это полный автомат, полный пассив, ну, при условии, что есть прибыль, нужно понимать. И, по сути, если раз каждую неделю более-менее удачно торговлю, вы каждую неделю
можете спокойно в выходные, как раз роловер происходит в субботу, если не ошибаюсь, днем, вы можете выводить всю свою прибыль, переводить, например, внутренним переводом на балансовый счет или вообще выводить. То есть, ну, я считаю, достаточно хороший продукт, когда каждую неделю есть возможность получать пассивный доход. Очень мало таких инструментов сейчас, ныне, поэтому пользуйтесь. Вот, в принципе, все, что я хотел по поводу именно сервис копирования CopyFX на брокере RoboForex. Точно так же буду и на других брокерах записывать. Если там у меня будут счета, обязательно вам предоставлю информацию. С вами был Роман Манимир.